Одаренные и целеустремленные, 9 мурманских выпускников сумели заработать по 100 баллов на едином государственном экзамене. Поздравили и наградили будущих студентов главы города. На лицах без преувеличения золотых выпускников сегодня спокойствие и умиротворение. Неудивительно, ведь бессонные ночи в обнимку с пособиями и кодификатором наконец закончились. Плодотворная подготовка не прошла даром. Каждый из ребят получил максимальный балл по одному из экзаменов. Администрация города не могла оставить будущих студентов без награды и доброго напутствия. Сити-менеджер Евгений Никора выразил надежду на то, что выпускники не покинут родной регион. Действительно, вот эти результаты, выдающиеся результаты, они молодцы, это залог их будущего. И каждый из ребят выбирает свой дальше жизненный путь. Для меня, как для главы администрации, для человека, который очень любит город-герой Мурманск, эти ребята – это будущее Мурманска. Но для этого очень много нужно сделать мне. Много надо сделать правительству региона, губернатору региона Андрею Владимировичу Чибису, что самые лучшие ребята все остались у нас в области. Заработать 100 баллов на ЕГЭ удалось 9 выпускникам мурманских школ. Среди них Екатерина Исаева. С самого детства девушка увлекалась литературой. Именно поэтому над предметом для сдачи долго не размышляла. Признается, что на экзамене совершенно не волновалась, ведь была уверена в своих силах на 100%. В будущем хочет связать свою жизнь с журналистикой. Журналистика, потому что это возможность общаться с людьми, узнавать что-то новое, и это также меня интересует. Желанные для многих 100 баллов заработали не только гуманитарии. Свой максимум по физике получил и Артем Кузнецов. Мне с детства нравились больше технические науки, физика, математика, информатика, поэтому мне к ним проще было готовиться, и поэтому я их выбрал, чтобы сдавать. Не остались выпускники и без поощрительной награды и напутственного слова. Свои фирменные подписи и добрые пожелания главы города оставили на страницах подаренной книги.